Всем привет! Перед вами обновленная версия популярного агронавигатора в линейке компании Geometr – Geotrek Explorer с приставкой New. Geotrek Explorer New – это новое поколение систем параллельного вождения с превосходными характеристиками, обеспечивающая точность прохождения на уровне 15 см отряда к ряду в своей базовой комплектации и возможностью работы с точностью до 1 см, если использовать комплект RTK. Это профессиональная система параллельного вождения с прочным и полностью герметичным корпусом. Система предназначена для определения местоположения сельскохозяйственной техники в поле и точного управления широкозахватным агрегатом. Обратите внимание, что комплектация бывает разной. Есть комплекты с док-станцией, которая позволяет легко установить и снять монитор в держателе. Из док-станции выведены все необходимые провода, а монитор получает заряд и обмен данными через контакты, расположенные на задней панели. Второй вариант комплектации – универсальный кабель, который подключается напрямую в разъем в нижней части монитора, а сам держатель уже прикручивается непосредственно к задней панели монитора. В комплекте с агромонитором идут зарядное устройство от сети 220 вольт, зарядное устройство через прикуриватель 12-24 вольта, внешний приемник спутниковых сигналов, USB кабель, основной кабель с рядом разъемов, буклет, гарантия, инструкция и спецификация. Предлагаются варианты крепления на выбор: крепление RAM и жесткое крепление. RAM – это известный держатель производства США. Он крепится при помощи присоски на лобовом стекле, либо на два самореза где-то на передней панели. Также гибко настраивается. Второй держатель крепится только на саморезах. Это очень надежное крепление с настройкой угла наклона монитора. Универсальный кабель необходим не только для поддержания заряда системы. Он также имеет два разъема RS-232 для подключения дополнительных устройств, таких как модуль автоматического управления секциями опрыскивателя или автоподруливания. Это значит, что имея в арсенале систему Geotrek Explorer New, вы сможете дооснастить вашу технику дополнительными модулями автоматизации. Система к этому уже готова. В комплекте присутствует разветвлитель для прикуривателя. Он необходим для подачи питания 12 вольт на монитор и отдельно может запитать GPS-приемник. Система Geotrek Explorer New имеет сенсорный дисплей, защищенный от попадания пыли и влаги. Информация отображается на особо ярком экране, который отлично читается даже в яркий солнечный день. Высокое разрешение экрана выдает очень четкую картинку. Экран автоматически подстраивается под условия окружающего освещения. Днем экран светит ярко, а ночью с минимальным воздействием на глаза. Корпус агромонитора выполнен из прочной пластмассы. Сбоку, под плотно закрывающейся крышкой, расположены слоты для сим-карты и карты памяти microSD. Снизу находится разъем для наушников 3,5 дюйма, мини-USB и разъем питания. Все они по отдельности также спрятаны под уплотненными заглушками. Сверху разместилась кнопка включения-выключения. На задней панели агромонитора расположены динамик, контакты для работы с док-станцией и отверстия для крепления держателя. Регулировка звука, яркости подсветки и прочие настройки производятся с помощью программного обеспечения агронавигатора. Система параллельного вождения Geotrek Explorer New поставляется в комплекте с хорошим GPS-приемником GM Pro, который предоставит максимально возможную точность на бесплатном сигнале GPS 15 см от ряда к ряду. Ссылка на видео о нем в описании. Также вы можете укомплектовать систему одночастотным приемником RTK-L1, либо двухчастотным приемником RTK-L1-L2. Они обеспечат сантиметровую точность для систем точного земледелия, где абсолютное позиционирование имеет решающее значение. Такая точность применяется в технологиях обработки, где сельхозтехника должна проходить по одним и тем же следам из года в год. Система может работать с базовой станцией, либо получать платные поправки от сетей CORS. Также система может передавать и принимать поправки при помощи радиосвязи. Стандартная точность без поправок для параллельного вождения составляет 20 см. В комплекте с приемником GM Pro RTK экономия на топливе и ресурсах может достигать до 30-40%. Система параллельного вождения Geotrek Explorer New позволяет точно управлять техникой между рядами, что в свою очередь позволит правильно и экономно распределить гербициды, посевные материалы и другие ресурсы во время полевых работ.
Долговечный корпус системы позволит бесперебойно выполнять работы в поле, обеспечив высокую надежность и отличную работу. GeoTrack Explorer New может передавать данные о своем местоположении в режиме онлайн. Для этого должна быть установлена сим-карта с активированным доступом в интернет. В личном кабинете Агропрофиль вы сможете увидеть и проконтролировать ход выполнения работ. Каждая запланированная работа будет сохранена в архиве, где будет доступна вся ее статистика. Даты работ, обработанная площадь, процент перекрытий и так далее. Подписывайтесь на наш канал для получения новой полезной информации о продукции компании Geometr.